Добрый день, дорогие коты, с вами Юля, Москва. В общем, я сейчас тренируюсь. Сейчас, секундочку, я его полночку сделала потише. Я тренируюсь записывать видосы с селфи-палки, да, и это фотографии, потому что у меня сегодня 27-я смена, да, и чем ближе к морюшку, да, я уже осознаю это, да, что я еду, наконец-то, это мой первый отпуск. И, в общем, пока я сейчас ехала на работу, это мысль одна была, да, а про людей, про их мечты, Знаете, когда человек с вами делится какой-то мечтой, и тем более хочет, чтобы вы принимали в ней участие, вы понимаете, насколько это невероятно, насколько это удивительно? Участвовать в мечте человека. Блин, не каждый будет делиться своей мечтой, не каждый захочет, чтобы кто-то принимал в ней участие. То есть это настолько потрясающее ощущение. Вот. Просто вот такая мысль была, она, возможно, до конца еще не оформлена, но вот как-то так. Палочку не подогнали.